Допустим, как мы оказались, мы к этому вернемся. Как надо оказаться в партере, если вам нужно в условиях дефицита времени перейти в партер. Сейчас пока отработаем один элемент, что ваш соперник оказался сверху. Вот так вот вас как бы накрывает. Да, мы сейчас попробуем со стороны головы. Вот приземлились вы как-то, либо он вас перевел в партер, и он оказался сверху. Очень естественным движением, незаметным, коротким и эффективным является зажим вот этой рукой, да? То есть та рука, которая глубже, на вас навалилась, вы не берете локоть, а просто зажимаете и переворачиваете свой корпус, таз наверх и накатываете. То есть это очень эффективно, простой прием, но очень эффективный, потому что он незаметный для соперника, он в полу борьбы на вас наседает, раз, и вам не надо ждать. Вам не нужно, как я, например, в свое время старался максимально, как бы, 100% поймать соперника и взять еще его вот такой же, или рука. Это не нужно делать, это лишнее. Вот он на вас напал, вы зажали. Вот просто зажали, раз, и перевалились, и все, и вы вот здесь вот удерживаете, и 4 балла зарабатываете. Вот давайте сейчас такое простое движение, но очень эффективное отработаем.